Трехколесный велосипед. Такой подарок получил известный в нашем городе певец, заслуженный работник культуры республики Вернер Семенов. О необходимости такого средства передвижения Вернер Макарович говорил в беседе с главой администрации города. И непосредственно при содействии руководства города мечта исполнена. Велосипед привезен по специальному заказу индивидуальным предпринимателем Ильгизом Сабитовым. Мы с большим удовольствием откликнулись на просьбу. И как бы предоставили велосипед, специально он был привезен для Вернера Семенова, заказан на московском велозаводе «Стелси». И я думаю, как раз он ему будет впору. Для вручения подарка в село Маячный, где проживает семья Семеновых, приехала целая делегация. Прозвучали теплые пожелания и слова благодарности. От имени главы администрации городского округа города Кумертау я хочу сказать, что мы всегда рады такой возможности помочь талантливым, сильным людям нашего города. И мы очень рады, что откликаются на такие просьбы наши предприниматели. Мы благодарим таких людей и думаем, что когда у нас, совершенно уверены в том, что когда у нас вот такие есть горожане, наш город будет процветать, и мы всем желаем здоровья, счастья и успехов. Вернер Макарович сразу же опробовал трехколесный транспорт. Специализированный велосипед оборудован новейшей системой и удобен в управлении людям с поражением опорно-двигательного аппарата. Теперь есть незаменимые средства передвижения и возможность укреплять здоровье, говорит Вернер Семенов. Погода сама шепчет, что надо, хоть и больно, надо смеяться. Потом, я возлагаю вот на майские, вот говорят, и трава, вот и молоко вкусное бывает, и все, и так далее. Но летний период, я думаю, реабилитация, наверное, пойдет с большей скоростью. Вернер Макарович выразил благодарность главе администрации, индивидуальным предпринимателям и всем, кто оказал помощь в получении велосипеда. В год культуры подарок пришелся кстати. При хорошем самочувствии будет больше вдохновения на творчество. Я посмотрел, значит, у нее редуктор еще есть. Вот, и тут, пожалуйста, сюда можно даже ноты положить, сюда вот баян, играй, и все, и пой для населения. После осмотра подарка гостеприимные хозяева гостей пригласили на чашку чая. Поговорили о жизни, послушали новые песни Вернера Семенова, обсудили планы на будущее. А в будущем году Вернеру Макаровичу исполняется 70 лет. Он полон энергии и новых идей, чтобы радовать зрителей своим творчеством. Так что безграничны возможности человека, который имеет в себе сильный дух.